Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть. Я здесь говорю, солнце мое. Продолжаем играть Ведьмака первого. Осталось хрен да ни хрена. Только сколько мне идти до нее, этого ни хрена еще. Хрен его знает. Вот так вот. Ну давайте посмотрим укрытие кузейное Бьюзы. Мне надо сначала переплыть. Лодка готова? Да. Ну да. Да. Конечно, да. Конечно, да. Конечно! Да! Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум. Победа! Огромные потери, но купеческий квартал наш. Отлично. Что у Демета? Он мертв. Его зарубил ведьмак, поганый мясник. Ну и черт с ним. Пустили слухи, что Адда стала стрыгой? Да, но ведьмак нашел стрыгу. Геральт из Ривии. Только он может испортить... Надо увеличить хаос. Выпускайте еще мутантов, и эльфы пусть вступят в бой. Господин, протестую. Как представитель дворянства... Хватит. Раздайте еду и скажите, что благочестивые люди укроются в замке Ордена Пылающей Розы. Адальберт, благодарю за службу. Уведите. Новая эра грядет. Эра сверхлюдей. Меня не остановят. Ты теперь мой новый адъютант. Знаешь, что делать? Убить ведьмака. Иди. Блять. У вас тут такие монстры ходят. Исторический момент. Приятно видеть тебя в живых, но меня ждут другие дела. Более важный, чем союз Тимерии и Редании? Не драматизируй. Скажи просто, что происходит? Буду говорить кратко, чтобы Ивин что-то услышал, пока его не арестовали. Его не арестуют, пока я здесь. Король должен заключить со мной временный союз. Ты так думаешь? Уверен. У Фонтеста уже есть союзник. Король Редании Родовид? Думаю. Жизнь людей быстротечна, словно у мух однодневок. Ни король, ни трубадур не застанут меня врасплох. Мы не сможем пройти через город без разрешения. В таком случае поговорим с вашим королем. Тимерия победит! Мать его! Выпить хочется. Давай. Добро пожаловать, ведьмак. Добро, король, добро. Нам нужно обсудить несколько вещей. Конечно. Хватит колебаться, парень. Нам нужно потушить пожар в этом борделе. Ты получишь руку принцессы, если жизнь меня хоть чему-нибудь научила пол королевства, как только я отброшу копыта. Альдерсберга убьет ведьмак. Что? Расслабься, мы тебе заплатим, сколько захочешь. Я ведьмак, а не убей... Ладно. 10 000. А ты не хватил малость ли? Да ладно, Фольтест, королевство стоит много. Парень прав. А черт с ним. Все равно домой увезешь только 8 000. Сам знаешь. Договорились. Значит, мы все... Крахобор! Родовид. Моя армия выступит с миссией... Мне нахрен не нужна никакая братская помощь. Эти слова вызывают... Расслабься, Фольтест. Моим детям предстоит править этой страной. Хм, простите, ваше величество. Минуту ведь. Я слушаю. Давай поговорим о политической ситуации. Желание короля для... Для обычного быдла на улицах орден схватился с моими войсками. Направлял все действия Саламандры, намеренно спровоцировал... Ты о чем? Я думал, что вам будет интересно это знать. Очень хорошо. Это знать... Понял. Орден. Ты меня... Орден! Понял? Только если эти длинноухие ублюдки перестанут... А если эти ублюдки перестанут все поджигать? Смогут ли эти отчаявшиеся эльфийские борцы за свободу из... Только те, кто служит оружие.
Но мы не можем всех простить. Народ не поймет. Ты задержишь их надолго и прикажешь им не искать слишком тщательно. В благодарность за то, что мы поможем тебе избавиться от Якова из Альдерсберга. Ведьмак. Минутку. Как себя чувствует? Все лучше, чем когда была Стрыгой. Она будет не в себе еще некоторое время. Ведь... Я рад... Да. Это я хочу знать. Девет проклял принц. Как так? Он действовал по приказу Ордена. Подонок. Если бы я мог его придушить. Те, кто отдали приказ, думали, что ваши позиции пошатнутся, если принцесса превратится в Стрыгу. Девет был наказан по справедливости. Рад это слышать. А теперь иди. Пробиваться через горящую Уизиму будет нелегко. Люди считают ведьмаков истребителями чудовищ. И это правильно. Наибольшее удовлетворение, да, все, приносит нам снятие, да, проклятия. Плитки, получается, и напольные, и такие настенные. Меч — это последнее средство. Ну, тоже, пока, да, оставался бедро, шанс спасения принцессы, я должен был попробовать. Стоило. Ну, я же не могу. Нет, плитку я посмотрел, но я все-то не смотрел, прям все. Нет, поверхности нету. Ну, я, кстати, спросил это у водителя, он говорит, да, можно обменять. Мать и блять, вот каждый хочет поговорить со мной. Зря ты перешел мне дорогу, ведьмак. Зря ты пошел по ней, Зигфрид. Хватит гавкать, волк! Бери меч! Тебе нравится работать на безумного преступника? Ты убиваешь гражданских ради удовольствия или просто слепо следуешь приказам? Мне незачем тебя слушать и стоп... Давай. Нападай. На. Кстати, быстро что-то загасил. Итак, Орден открыл свое истинное лицо. Под сияющими доспехами скрывается одна лишь грязь. Я всегда это знал. Пора отрубить голову этой гидре. Так. Сохраним. Блять, а как тут пройти-то? Слушай, одевайся. Сейчас уходим. Входите, тут безопасно. Конечно. Так. А вот и неприятности. Говорящий гуль. Я мутант, как и ты. Я знавал множество разумных монстров. Я нападаю только на тех, кто нападает на меня. Допустим. Я уже спокоен. Что ты здесь? Мне больше не приходится. Выхожу так, ну да. Хлам. А жильцы этого дома не возражают. Они меня боятся. Только со... А мне пора. Не могу открыть дверь без... Не могу открыть дверь без ключа. Вот тебе и ключ нахрен.
На. Так, берем все. Убирай, монстр. Я все равно умру. Они найдут. Успокойся. Я не собираюсь. Но вы. Спасибо. Через окно. Вот так вот. Весь квартал охвачен огнем. Боюсь, мы опоздали. У нас еще будет возможность вступить в битву. Стоять! Именем короля Фольтеста! Что происходит, капитан? Рыцари ордена готовятся к атаке. Значит, мы успели вовремя. Слушай. Ну, по идее, я на работу выйду. Я не знаю, буду работать или нет, но выйду. Но по идее, два дня отдыхал, должен был выходить. Поэтому я буду выходить, потому что, чтобы мне денежку заработать. А что надо? Хорошо. Валим его. Валим, валим, валим его. Так. Какой бой! Есть безопасный путь в монастырь. В канализации опасно. Спасибо. Вы Риггер. Так, мы взяли у него ключ. Минутку. Это я хорошо помню. Снаряжение, дневник, ведьмачий секрет. Так, я должен добраться до обители, где они уже прячутся. Надеюсь, что он уже напуган. Так. Где? А вот. А, вот. Вот. Это я куда зашел? Нет. Не, а ты-то что, ты за мной, что ли, будешь бегать даже по домам? Прекрасно. Так. Понятно, что куда-то не сюда. Заперто. Ё-моё. А у нас что, один вход, один выход? Подождите. Так. Здесь мы не можем пройти, заперто.
Заперто. Мы будем защищать этот квартал, чего бы это ни стоило. Понятненько. Так, короче, у меня только один вход, один выход. Ладно, пойдем. Вариантов-то нету. Ой-ой-ой. Так, а у меня... Прежде чем мы спустимся к Ригеру, не дашь профессиональный совет? Старайся избегать его щупалец. Его слабое место — туловище. И выпей какое-нибудь противоядие, прежде чем мы спустимся. Геральт, если я погибну... Ты не погибнешь. Такие, как ты, кончают на виселице. Нет, конечно. Так. А что у меня тут? Да ё-моё, а где у меня? Так, не мучай его. Так. Это вообще что-то полное. Так, где карта? Ага, это мои метки, так. Ладно. Ага, и выбора-то нет. Все понятно. Пойдем. Здесь это погонь. Господи. Сколько зубов-то. Давай. Ура! Опа! Мать его. Давай. Хренака. Подожди. Это что такое? Да мне это как глушение нагадал. Так, а мне где-то. Где мне? Ну-ка давай-ка. Раз. Я в чем земле с вами приходится. Давай. Ух
Давай. Где эту тварь? Замать его. Бей. Бей. Убили. Подожди. Надо сожрать что-нибудь. Есть у меня что-нибудь? Яйцо виверны. Восстанавливать здоровье. Можно также продать или кому-то подарить. Нет, мы сожрем его. Так. Поспешим. Нет, ко мне они вообще нужны теперь деньги-то. У меня теперь только один путь. Так, ну я думаю, сюда мне идти-то надо. Ну да, походу дело пока сюда. Из воздуха огня войны. Нет бы тушить пожары, а они молятся, одним словом, люди. Прояви сострадание. Они потеряли близких и крышу над головой. Молитва помогает им принять свою судьбу. Они заслуживают сочувствия. Ты прав. Эльфы тоже подолгу носят трау. Итак. Блин, блинский. Ты оживешь или что там? На. Вот так вот. А с них ничего вроде не выпадает, да? Да, с них ничего не выпадает. Так, ну-ка, давайте-ка я сохранюсь. Себе доспех еще, кстати, не сковал. Давай. Как понимаю, ты не можешь так умереть. Так, а мне не сюда. Зачем я сюда вообще прибегал? Замка. Сюда, значит, чего нету? Блоэде Арс, в меня попали. Сколько крови. Плохо дело.
Оставь меня и убей этого ублюдка Альдерсберга. Ой, Скоя Тайли обо мне позаботится. Ну, иди. Иду. Я вернусь за тобой. А, все правильно, значит, бежал-то, че вы? Опа. Стоять! Прохода нет! Приказ великого магистра! У меня дело государственной важности. Убирайтесь! Великий магистр желает уединения! Простите, вы не оставляете мне выбора. Сдавайся! Что, кто-то убегает-то? Вот так. Долго за тобой бегать буду, что ли? Так. Ага. Мне тут где-то можно, да? Получены новые таланты. На мне где алхимия? Раз так разбрасывать яд. Так, магически наносят страх ближайших противников. Взрывоопасный газ. Ну давай-ка вот это вот. Смешаем. Часик помедитируем. Посмотрим, что забрать можно будет. Смогу ли я еще себе эликсир забабахать. Так, ну не мучи его. Он, ему жарко. Слушай. Потому что ему жарко. Так. И вот теперь еще можем, да, какой-то эликсир ласточки, может быть, сделаем. Можем такое сделать. Так. А так, легкий ведьмачий галлюциноген. Так. Так, ну что у меня тут есть? Увеличивать силу знаков. Так, медленно восстанавливать часть потерянного здоровья. А вот это вот и сделаем. Все. Переходим на утро. Сохранность. Сохранность есть. Опа, ребенок появился в руках. Там люди молятся, плачут, а тут пир во время чумы нахрен какой-то. Вот эти люди едят со мной. Греются у моего огня и счастливы, что далеки от хаоса войны. Не думай, что при виде женщин и детей я отстану от тебя. Я не обманываю. Грядет белый хлад, катаклизм, который погребет мир под снегом и льдом. Каждую ночь мне снятся ледяные пустоши. Смерть цивилизаций. Знаю пророчество Итлины. Катастрофа неизбежна. Короли воюют, чтобы расширить влияние, а эльфы — борцы за безнадежное дело. Господи, на коленнике у него, мама, не горюй. Миру нужен спаситель, избранник судьбы.
тот, кто зажжет сердца людей. Ха, ты спаситель мира? Идем, я что-то покажу. Люди слабы. Люди склонны творить зло. Я создам человека, закаленного в вечном огне. Кончил. Если да, то... Не веришь? Не твоя вина. И я иногда... Но сейчас вижу ясно. Ну что, бой предстоит? Опа. Так, меня перекинули. Узри! Пелена спадет с твоих глаз, и ты все поймешь. Глупые фокусы. Я от тебя ждал большего. Это не простая иллюзия. Это происходит на самом деле, Геральт. Где мы? Увидишь. Следуй за мной. Понимать, я тебя бить хотел. Какого увидишь? Это что, Диабло пятый город? Давай. Вот самое чудительное, Диабло первое, кстати, в игрушке. Только одно подземелье, всегда уходишь вниз, вниз, вниз. Диабло 2 там города какие-то, Диабло 3 опять какое-то одно просто подземелье, и... причем площадь на раскачку просто. Бессмысленная игра. Ну и чё? Это заледеневшие башни Визимы. Теперь... Оставь свои бредни, Альдерсберг. Ты должен понять мой план. Это будущее. Белый Хлад уже пришел. Должны ли мы пасть духом? Поддаться? Ты хочешь человечество убить? Бреда. Идиот. Пойми, Орден и Саламандры хотели спасти человечество. Все преступники оправдываются благими целями. Мы еще вернемся к этому разговору. Но прежде всего... Какое смирение, нахрен. Сейчас мы тебя долбить будем. Далековато же ты убежал от меня, падла. Ну тихо вы. Так вот. Что я с вас могу взять? Надеюсь, на что-то сгодитесь. Мать его, что я не могу просто так пройти? А, нет, смотрите-ка. С тобой все в порядке? Ты здесь? Но как? Тебе нужна была поддержка, и вот я тут. Такова природа этого места. Этого места или этого времени? Скорее, видение, порожденного сознанием великого магистра. Проблески будущего, окрашенные его надеждой. Здесь ты можешь столкнуться со странными вещами, отражениями незаконченных дел, с последствиями своих решений. Покуда я не покончу с великим магистром. Я пойду с тобой, Геральт. Let's go.
меня. Блин, давай, вали его. Это друиды, что ли? Что я здесь буду брать-то? Блин, а мне туда, вон какой-то портал мерцает. Давай, бей его. Ранах там хуже то. Ну все, вроде трое. Так, где-то тут был, нет, Марио портала. Опа, еще одна. Ты не меняешься, снова возник неизвестно откуда, чтобы убивать людей. Каких людей? Ты как всегда говоришь загадками. Полюбуйся на то, что осталось от человечества. Жалкие люди, обезьяны, достойные... Они люди? Белый хлад превратил людей в животных, которых волнует только еда и размножение. Прекрасно. Ими руководят инстинкты. И сейчас это только волнует. Великий магист, почему зеленый там? У меня красный, это же враг. Ты видел наших деградировавших потомков? Ты понимаешь, почему ты не должен мне противостоять? Какая связь между твоими преступлениями и изменениями в климате? Мне привиделись страшные вещи. Спасти человечество можно, лишь уверенно следуя великому плану. Ты настолько сильно веришь собственным видениям. Многие из одаренных предвидели белый хлад. И какой смысл в борьбе с ним? Я был уверен, что кто-кто, а ты меня я поймешь. Я же просто изменить ты судьбу всех людей. Право самостоятельно решать, что... Я слышу стенания всех погибших. Ой, слышите? Нельзя позволять великому магистру. Вот и пробежали просто. Ты не в силах остановить меня. Так. Thank you.
Ну, ё-моё. Всё, с них мы ничего не поимели, да? Опа, эльфийка, да, была такая. Ты убил их. Убил невинных. Они не хотели умирать от холода. Не хотели жить призраком. Что же, я должен был дать себя убить? Никто из нас не может выбрать свой путь. Было сражаться, у тебя не было выбора. Я понимаю. Все мы лишь выполняем предначертанное. Перед тобой трудная, опасная дорога, Геральт. Прими мой дар. Прежде чем ты пойдешь дальше, прими мой дар. Я заколдовала твои мечи магией огня. Ну вот. Спасибо. Огня-то тут, кстати, нету. Если вы не заметили. Блин. Далека путь, дороженька-то. Блин, это еще и люди оказываются. Мутировали. Вот вы посмотрите, какие мышцы у них. Пойдем. У меня он меч горит. Опять. Что ты с ним разговариваешь? Вали его. Когда же ты наконец поймешь, упрямый ведьмак? Человечество исчезнет, а те, кто уцелеет, превратятся в диких зверей. Только мой план поможет этого избежать. Какой еще к черту план? Хлад придет с севера. Человечество сможет пережить охлаждение только при массовом исходе на юг. Представь. Все на... И возглавишь этот исход? Да, я готов. Откуда такая ненависть к другим расам? Я пожертвую всем. Заплачу любую цену, что... Знаю, только все это... Ты давай. Все еще не понимаешь. Вымирание людей — это не цель, а средство. Понятненько. Ага.
вот так вот. Давай. Вот так. По-быстрому. Хрена мне, блин, за тобой тащиться, падла. Он один раз телепортировался, а мне бежать и бежать за ним. Ты-то кто? Мы хотели спасти человечество. У ордена могло получиться. Государственный переворот, гражданская война, убийства, эксперименты над детьми. Почему я с тобой разговариваю? Ты утверждал, что защищаешь людей, а сам бросил их на съедение зверям. Почему? Я должен был увидеть твое истинное лицо и... Попробуй сейчас. Дебил. Доставай свой меч. Вот так. Блин. Какой же ты тупой в этом плане. Вот так вот. Резвый мальчик. Блин, ты-то за каким хреном тут появился? Смотри, Альвин. Это иллюзия, Шань. Он почти добежал там. Будь здорова. Как же ты упрям. Ты мог бы стать пастырем для многих овеч. Это вряд ли. Из-за тебя тайны Каэр были использованы ради других. Ведьмачий кодекс яйца выеденного не стоит. Мне нужны были священные рыцари. Выносливые, как ведьмаки, но при этом создать... Чушь собачья. И просто нужна была власть. Как тебе? Ну, власть-то да. Что-то у него когда с руками, смотрите, прорисовка-то какая-то, как будто вывернутая. Можешь лично спросить их, насколько я подхожу? Вот так вот. Как чуть не упал. Мать его идти. Давай, ведьма. Смотри, Геральт, так просто принять людей за монстров. Что-то все меня осуждают. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Великий магистр безумен. Даже я не... Мы должны его остановить. Госпожа, ваша воля для меня закон. У тебя есть класс. Вот редкое качество. Я бы хотела сражаться рядом с тобой. Вот каприз. Ага. Ну ладно. Пойдем сражаться вместе со мной тогда. Сейчас обрушится. Оп. Кувырок. Тихо вы. Да, подожди. Так.
поим. Дальше иди один. Все меня покинули. Никто не может попасть в сердце видения, кроме тебя. Великий магистр этого не допустит. Я пойду дальше сам. Да. Береги себя. Ну вот они все и ушли. Вау, что-то 12 золотых у меня. А что я могу? Я не понимаю. Что-то можно же было за золото качать. У меня вроде все есть. На некоторых, правда, условия нужны. Ну, давай, вот так вот, наверное. Последняя сохранялка, да? Я так думаю. Так. Последняя сохранялка. Ага, не сюда, ладно. А этот-то что не исчез? Не про... Кстати, крылья у него, смотрите. Кто он там? Электрошок или как он назывался? Игра-то. Там тоже роботы были, у них тоже там крылья были. Тоже такие же. Теперь ты понял, что необходимо действовать любой ценой. Таких, как ты, отправляют в лечебницу Лебеды. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе удалось преодолеть ужас, который грозит... Яков из Альдерсберга. Твой сон конч... Терпение. У тебя еще есть... Это невозможно. На это способны только старшие братья. У меня есть тоже так предложение. Скажи своего плана, назови мутанта, сдайся на милость короля, и ты спасешь множество жизней. У меня к тебе тоже есть... Какое самоуверие. Так, это что за нахер? Ладно. Что-то у меня пошло не так, поэтому еще раз на бой. Ну-ка. Так уже захренакал, так быстро. Дух войны. Так, а что мне с тобой еще драться, что ли? Мы снова встретились, Вол. Соломон.
Саламандры умирают и скоро превратятся в воспоминания. Саламандры — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент. Твое прошлое. Слова, слова. Позволь напомнить. Но если смерть, свобода воли, я не стану оглядываться. Воли, я не стану оглядываться. Ты ошибся. Я часто пресекался с твоим. Чей путь часто пересекался с твоим? Вопрос в том, чья смерть. Мне не все равно. Меня нельзя убить. Ты можешь отсрочить свой конец. Размысли. Так, я был рядом с тобой, когда ты прибыл в падение крепости. Я наблюдал, как ты... Огонь и пепел. Ну да. Твой ведьмачий меч. Ты бросил золото с Коядаэлем. Ты покинул Вазиму, оставив за собой хаос. Каждое твое решение... Вело к новому разрушению. Ой, да делай, что хочешь, думаешь? Прекрати. Не отрицай, переиначил все. Ну зубы-то у него пипец. Слуга, идеальное оружие уничтожения. И как ты уже сделал много лет назад, не сопротивляйся. Яков из Альдерсберга. Ты смеешь противостоять мне? Я чувствую, как ты слабеешь. Как отступи. Забирай его, мне он все равно не нужен. Мне все равно, какая судьба его ждет. Отныне душа Якова из Альдерсберга, которого ты знал под другим именем, принадлежит мне. Он, конечно, станет сейчас этот призрак сильнее. Выполни свой долг. Жду не дождусь. Он, конечно, станет сильнее этот призрак, но... мне тоже без разницы. Серебряную добьем, господи, у меня там еще и топор какой-то есть. Не расстраивайся ты так. Этот меч против монстров. Так и ты не человек. Ты уж давно стал монстром. Меня из сна-то выбросило, надеюсь. Ох, ты очнулся. А я уже начал волноваться. Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он... я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Довольно долго. Орден полностью разбит, Фольта снова у власти. А я и Вин? Он приглядывал за тобой, но ему пришлось уйти. Фольтест позволит ему скрыться. Без сомнения, это ведь войска нелюди решили исход дела. А как насчет тебя? Ты при... Да, я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Так, все, я у него все взял. Ты уже все... Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из Двимирита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. А это не может важно. Быть Альвин, только в будущем. Если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Геральт. И куда теперь? Так, только сейчас чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Я хочу покоя. Я устал, людь. Так я и думал. Я знаю тебя много лет и никогда еще не видел в твоих глазах такой усталости.
Не пойми меня превратно, я страшно счастлив снова беседовать с тобой. Похоже, никогда мне не знать покоя. Тогда удачи тебе в пути. Сражения в Изиме показали, как безумен был Яков из Альдерсберга. Люди перестали доверять членам Ордена, они стали считать их врагами. Фольтест использовал эти настроения, чтобы подавить Орден Пылающей Розы. Зато он простил бунт нелюдям, которые помогли справиться с мятежом Ордена. Во всяком случае, такая версия была оглашена для всеобщего сведения. Однако королевская милость была недолгой, и она не могла остановить презрение и ненависть. Скоро на дорогах вновь появилась команда. Йвин не признал условия перемирия, а его слава покорителя Ордена привлекла в Скайтаэле отчаянную молодежь. Чародейкам не удалось получить влияние на Фольтеста. Интриганы, которые строили заговоры, пользуясь хаосом войны, тоже проиграли. Со временем все вернулось к норме. Подлецы остались подлецами, а честные люди — честными людьми. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Вазимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с Ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Ну, так вот. В зависимости от того, как вы играли, на какой стороне нейтральный, за или против, на концовке будут такие вот разные. Господи, это что? У животного какого-то там, как головы людей. Тимерия и Редания союзники. Не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король. Десять раз. Это за ниндзя такой. Бой то хороший, да? Господи, а как все начиналось? Отхренакал руку. Смотри, там даже кость было видно. Вон, видите, кость видно. Что это за тело? Не знаю такого. Или знаю? Вот так вот. По мотивам книги Анжея Сапковского. Ну что ж, на этом все. Наконец-то этот Ведьмак пройден. Тяжело, конечно. Но мы его... долго проходили. Если правильно его проходить, то это пипец будет как долго. Так что на месяцок вас она займет. Ну что ж, на этом все. Увидимся уже в следующей игре. Пока.